честь Дня Победы делегация Якутии посетила места боевой славы воинов-якутян, которые в годы войны обороняли стратегически важную трассу, ведущую в Ленинград. Подробнее в материале Айсены Бурнашовой. В годы Великой Отечественной войны солдаты Северо-Западного фронта обороняли стратегически важную трассу Старая Русса-Шимск, ведущую прямо в Ленинград. Сейчас на этой дороге находится один из монументов воинов-якутян. В этот день делегация республики и жители Новгородской области почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к монументу. Собравшиеся также посетили и Старую Руссу. В мемориальном парке у Вечного огня установлены трехгранные знамена, символизирующие фундаменты разрушенных фашистами домов. Сейчас история тех страшных военных событий и история ее участников хранится в музее Северо-Западного фронта. Это рассказ о героической матери Февронии Малкиной, да, из 20 детей, 7 останутся в живых, 5 отправятся на фронты этой страшной, испепелившей всю войны, и 5 на этих фронтах останутся. То есть никто из них не вернется. Один из сыновей этой славной матери, да, останется здесь, на наших приленских просторах. В память о 19-й отдельной лыжной бригаде собравшиеся возложили венки и цветы к гранитному обелиску. В этот день на берегу Священного озера также состоялись и 4-е Васильевские чтения. Участниками стали школьники из Усть-Алданского района республики и города Якутск. Я Евстафий Винокуров. Воевал в Ленинграде. В 1942 году он получил очень большое ранение и умер в госпитале, к сожалению. Еще 2 деда тоже очень храбро воевали за свою родину и вернулись домой живыми и невредимыми. Мой прадедушка отвоевал всю войну, где он прошел озеро Ильмень. Он потерял здесь много друзей, и я чувствую гордость за своего прадедушку. На новгородских землях до сих пор ведутся поиски без вести пропавших солдат. С конца апреля здесь находится поисковое объединение Якутии «Отважные». На данный момент вместе с поисковиками из поселка Боровичи подняты останки 23 бойцов, из которых удалось идентифицировать лишь одного. Медальон был только у одного. Мы его смогли прочитать. Боец, получается, был из Костромской области. Бойцы Якуты и все солдаты Северо-Западного фронта мужественно защищали новгородские земли и шли трудными дорогами войны. И наша обязанность – помнить, чтить и гордиться. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Новгородская область.